Магадан продолжает готовиться к конкурсу «Дюран-2021». Это состязание между представительницами коренных малочисленных народов Севера. Впервые в областном центре провели его в 2002 году. Дюран в переводе с чукотского и ивенского означает «хранительница очага». К участию в конкурсе допускаются представительницы коренных малочисленных народов Севера в возрасте от 18 до 30 лет, обладающие знаниями родного языка. Девушкам предстоит показать себя в нескольких этапах – визитная карточка, художественное слово, раскрытие. Отборочный этап конкурса стартовал 1 марта. Заявку на участие можно подать до 1 октября по адресу улица Горького, дом 16, кабинет 406. Или на электронную почту osa49@yandex.ru. Телефон 200-736. Выступление участников и награждение победителей состоятся 25 ноября 2021 года в МЦК.